едва приехав в ссылку, пишет послание Вульфу. Здравствуй, Вульф, приятель мой, приезжай ко мне зимой. Да языкова поэта притащи ко мне с собой. Погулять верхом, порой пострелять из пистолета. Лайн, мой курчавый брат, не михайловский приказчик, привезет нам право клад. Что? Бутылок полный ящик, попируемо ж молчи. Чудо жизни анахарета, в Троегорском до ночи, а в Михайловском до света. Дни любви посвящены, ночью царствуют стаканы, мы же то смертельно пьяны, то мертвец. Мы как и были летом 26-го года. Рядом с баней, видите, деревья в кружок растут, образуя лето густую тину, как и называется, зеленая дефекта, и оттуда лестница вниз в городе ведет, там была купальня Тригорского. И молодежь, конечно, там купалась, прежде всего мужчины. Языков вспоминает в своих стихах на яду Дороти и другие мужчины. И место молодежи тоже очень любимое. Не случайно Пушкин в 30-е годы в письме в этот дом напишет: «На зло судьбе мы встретимся с вами однажды снова все вместе под рябинами Дороти». Если хотите, в баньку будете любимы. А посмотрите, там собственно баня и выставочка. Сувениров нет там? Сувениры? Ну разве что вязаное что-нибудь там. Я пойду часы посмотрю. Такие часы? Нет, до часов еще далеко.